turns it around. Oh my goodness. Incredible kills coming up. This is unbelievable. Simple. Oh, he's doing it as well. 5 seconds. День добрый, дамы и господа. Здравствуйте, Гомер Акроха у микрофона. Продолжение игрового дня. Потихонечку день входит уже в заключающую стадию, по крайней мере, для американского минора. И последнее, что мы сегодня посмотрим, это матч победителей группы, что немаловажно, А, а не Б. Energy против коллектива Sharks. Все верно, так оно и есть. Уже вот-вот должна начаться игра. Конечно же, интересные коллективы. Energy, ну, на правах фаворита всех, всего минора, даже не то чтобы всей группы, всего минора сразу, которые показали разгромную победу над Team One, и там чудо не произошло, встретятся вот-вот уже с еще одним оппонентом из Бразилии. И это Sharks, который вот как раз немного, вот, наверное, неожиданно. Сложно, знаешь, сложно увернуться от бразильцев. Да. На этом миноре американцам как-то не крутит, приходится такой бразильский вояж. Устраивает, хотя вот, знаешь, суждение о том, что это команда сугубо бразильская, оно уходит на второй план, потому что те же самые Sharks уже достаточно давно находятся на буткемпе в Европе, еще со времен, по-моему, DreamHack Rio такой был, когда вот Авангар его выиграли. По их последним официалкам они уже больше СНГ коллектив, чем бразильский. Они отыгрывают онлайн-турниры, нахождение их в Европе. Честно говоря, не знаю, где они, но, скорее всего, должны где-то находиться рядом там, с Франкфуртом, потому что это такая центральная часть Европы, из которой удобно летать во все, ну, на все ланы, на европейские, как бы. И пинг. Пинг, и пинг, и пинг 0, да, лановские. Но в остальном, наверное, много браков с европейскими командами. Непонятно, на самом деле, какого уровня проводят. Может быть, даже в этом плане будет ребятам чуть посложнее играть сугубо американской командой Energy, потому что вот Energy буткемпа в Европе не имеют. Они отыгрывают как раз-таки на своей родной земле. Там, несмотря на небольшую перетасовку состава, ну, я к чему веду, то есть, как раньше говорили, бразильцы там дикие, да, за счет стрельбы, вы об этом там с Инкмейтом очень много и упорно разговаривали, а сейчас так Шарксы потихонечку входят в стезю выверенного тактического Counter-Strike и где-то местами подзабывают те родные свои локалы, да, по которым они играли когда-то. Бог его знает, как оно будет. Естественно, что на миноры, на вот эту уже мажорную историю команды собираются особым образом, и в этом свете сложно рассматривать предыдущие результаты. Зато легко рассматривать интервью. I think it's a great advantage that we have. We didn't play the officials, so we could change all the in all the maps. We could work all the map pool, and we have a lot of new stuff. So we trust in each other, and we are confident. I did an interview when I was like 21, and I said, oh, I'm gonna play until I'm 25. Because when I be 25, I'm gonna be old, no reflex, and I'm playing, still playing, so it's crazy. I never expected. For me, like, being a major is gonna be like a dream coming true, because I used to play 1.6 a long time, but on CSGO, I never been there as a player, so it's gonna be everything. The competition, the tournaments, the atmosphere we have here, everything, it's just, I don't know, I can't see me living without that. We are doing our 100%. Ну и нам показывают head-to-head, так называемый. С чистого листа. Очень продолжительная история сражения этих команд. Но действительно, даже вот на самом деле, если бы Sharks были в американском регионе прописаны, то они бы играли, скорее всего, EC, MDL. И встретиться с Energy им в любом случае не удалось бы. Как это, например, делали те же самые Singularity, которые проиграли акулам в матче открывающем? Ну, нам первый матч сегодняшнего дня, тот, который мы зацепили, подарил интервью из команды Energy. Вот там, кстати, АМП, знаешь, что сказал?
Так. Ну, кто такая команда Sharks, мы особо не в курсе. Я посмотрю так пару демочек, чтобы примерно понимать, что они из себя представляют. Ну и будем играть от своего КС. Обожаю эти интервью. Лукавство полное. Ну, иногда лукавят реально. И тренера, игроки иногда не договаривают. Очень сложно вот, интервьюеру раскрутить, да, игроков и тренеров на откровенности. Ну и пока мы смотрим на карты, которые есть в мапуле у команды Energy, что они здесь предпочтут играть, пока что остается загадкой, в принципе. Тут, вот, самый интересный момент, друзья, из того, что нам показывают, это количество сыгранных карт у одной и другой команды. Вы могли обратить свое внимание, что их намного меньше у как раз-таки коллектива Energy, намного больше, естественно, у Sharks, но насколько разные это игры. То есть Energy — это команда, которая постоянную прописку имеет на ланах, либо по квалам, либо по инвайтам, а вот Sharks — это команда, которая играет, ну, те самые онлайн небольшие турнирчики, там где-то на 20, где-то на 50 тысяч долларов, зато имеет неплохую европейскую практику с командами второго эшелона. В вопросе как раз адаптации, конечно же, у Sharks серьезное преимущество, когда в свою очередь еще с воскресенья на понедельник Energy находились в Лос-Анджелесе. Да, летели, вылетали буквально, и времени собраться с мыслями, силами у них не так-то и много, раз уж на то речь пошла действительно. Но первый матч уже доказал, что это их сильно не смущает. Это была первая игра, казалось бы, самая сложная. Это кардинальная смена часового пояса была для команды, по сути. Но они отыграли на все 100. 16-5 закрыть соперника, который пытался проявить свойственную для бразильцев какую-то агрессию индивидуальную, а потом напротив суперглухую оборону. Все это оказалось не проблемой для Energy. Остается лишь закрепить и повторить это уже против другого коллектива из Бразилии. Знаешь, опять же, возвращаясь к словам Аймепета, который сказал, что мы особо не готовились, какие, посмотри, две большие разницы. То есть Energy — команда, которая была только что на Бласте, и мы о ней разговаривали как о команде, которая, скорее всего, ничего не покажет против такого пула набора команд, да, и будет где-то позади всей этой плеяды звезд. И сразу же они прилетают на миноры, они здесь главные фавориты вроде как. Поэтому, ну, кому здесь реально готовиться? То есть Energy не потерять свою игру крепкую даже против первого эшелона на данный момент соревновательного Counter-Strike. У них есть гигантский LAN-опыт. Это очень большой плюс, вопреки вот происходящему у команды Sharks. Да, они там заряжены, да, они там молодые, ну, в плане вот именно мотивации, подъема на первые строчки топа там, или в топ-10 вхождения, какое-то построение новой для себя истории. Да, они вот такое вот решение интересное для себя избрали, буткемп, долгосрочный буткемп в Европе. Но, опять же, ничего заведомо положительного это им не дает. Это все равно для них как было проверкой сил против команды более высокого уровня, так оно и остается. Ну, не стоит, конечно же, забывать о том, что у команд будет возможность не только в этом матче попасть в плей-офф, но и через нижнюю сетку завтра уже тоже. Это команда Energy должна придать энергии акулам в нижней сетке. Ну, возможно. Ну, соперники там проходимы. Мы уже видим, что Singularity не до конца готовы к стилю игры. Sharks — это для них не самый удобный соперник. Кстати, Team One — это внутренняя сцена, где могут быть другие сюрпризы. Знаешь, по поводу Singularity у них та же самая проблема, что у Energy. Ну, не проблема, а та же самая ситуация. Они же с Далласа только что прилетели. Они были на ESEA Global Challenge, это, по-моему, называется, ну, вот такой вот LAN, где там были Spirit, да, где вот эта история с Фурией была, с Vitality, то есть они вот только-только, буквально точно так же, как и Energy, прилетели, поэтому, возможно, первая игра для них, ну, намного более сложно сложилась именно из-за этого и дальше по нижней сетке, потому что я помню, в закрытых квалификациях они много крепких коллективов обидели, Envy, например, тех же самых, которые неплохой состав там на данный момент имеют, ну, с Фурией они играли более-менее на равных тоже, опять же, в закрытых квалификациях. В общем, посмотрим. Посмотрим в будущем за Singularity. Наверное, самые такие жесткие события именно в нижней части сетки в плане, ну вот, какая команда, да, второй выйдет из группы, будут определяться. В принципе, коллективам здесь не позавидуешь, если честно. Когда в параллельной группе там такие матерые ребята по типу Энтизи и Фурия. Это жесть там вообще. Да, там рубки очень страшные, и независимо от того, кто выйдет в плей-офф, как бы такое ощущение, что места зарезервированы, потому что у нас есть Energy, есть INTZ, есть Фурия. Три команды, которые явно претендуют тут где-то в топ-3 распределиться и никого туда больше не выпустить. А мы понимаем, что команды в первую очередь волнуют, ну, первые два места, и третья тоже играет очень важную роль, так как вы все еще можете потом через плей-ин пробиться все же до мажора.
Ну, на самом деле, вот по составу участников на этом американском миноре, априори, да, суперлидера, нерушимой какой-то скалы, которую здесь нельзя обыграть, наверное, нет. Поэтому я не знаю, как там по шансам раскладывать для себя команда. Наверное, запредельные цели ставить тоже. Ну, те цели, которые ты 100% не выполнишь. Там, выйти четко с первого места, по верхней сетке, там, не проиграв ни одной карты. Ну, ни одна команда не будет. Все примерно подразумевают силы своих соперников. То есть у кого как мап-пул готов, у кого какая на данный момент там индивидуальная игровая форма. Но соглашусь, да, то есть ну, выполняемые цели, то есть или первую, или вторую строчку, или третью может занять абсолютно любая команда. Ну, кстати, Energy сейчас находится на 5-м месте в мировом рейтинге HLTV.org, что, в принципе, делает их, конечно, здесь главным коллективом практически. Ну, Фурия на 7-й строчке. А там есть плюсик, сколько они скакнули после Бласта и скакнули? Ну, вот сколько нет, после Бласта ничего не поменялось. Не... Да, тут первые 6 строчек. А выше них был, кто ниже упал? Ну, нет, от них никто ниже не упал. Короче, стагнация полная. Да, там ничего сильно не изменилось. Там, ну, моя любимая, это, конечно, Cloud9. Это просто... 281, здравствуйте. Здравствуйте, мы Cloud9. Ну, все так хейтят, я на самом деле не знаю. Все так говорят, типа, вот, Cloud9, они там... А Cloud9-то при чем вообще? Есть сайт Health.org, есть команда Cloud9, которую либо приглашают на LAN, либо не приглашают. Это чистая математика. Да, просто, ну, вопросы как бы не к ним. Вопросы к системе подсчетов сайта Health.org, Cloud9. Не было состава, Cloud9 собрали состав, Cloud9 пригласили, а вообще с бластами у них, я так понимаю, до конца года есть соглашение. Да, об этом была инфа в начале. И они минимум 5 турниров ну, обязаны посетить, то есть как бы там ни было по контракту, там, по-моему, минимум 5 турниров они должны посетить из существующих. Их пригласили, они приезжают, то есть они свои условия выполнили, они показывают определенную игру, там одну карту выигрывают, две ничьи, одно поражение. Вот их результат, да, и в четвертьфинале они проигрывают. Итак… Стадия пиков и банов карт от коллективов. Прямо сейчас начинается прямо перед нами. Думаю, интересно будут определяться дела, потому что Sharks уже писали, ну ладно, не писали, не говорили в интервью о том, что они изменили свой стиль карты, и к ним невозможно было бы подготовиться полноценно, так как они могут играть что угодно. Ну, кстати, Sharks очень серьезная вилочка. Там есть очень крепкий трейн у Energy. Вот решили Sharks первым баном убрать Overpass. Вилочка как раз-таки стояла в Overpass и трейне. Сейчас посмотрим, что пикнут Energy. Ну, то есть это у нас в этом дне, друзья, напоминаем, первый матч, когда он играет в формате BO3. Ага. Ага, вот так вот решили. Но смотри, я могу команды объяснить. Выиграли свои карты, да, и сразу их пикнули повторно. Вот не это палим. Максимально объяснимо, то есть это то, что всегда игроки говорят в интервью. Мы там можем по статистике прогонять сколько угодно за последние 3 месяца, но все это команды в расчет не берут. Есть капитан, есть тренер, есть коллегиальное решение. Пацаны, вы уверены? Да, мы уверены. Выиграли? Окей, давайте еще раз повторим. Какой соперник? Ну, правда, вот, знаешь… Это правило не работает только тогда, когда у команды соперника та карта, которой вы уверены, вот вообще просто не контрится. Тогда, наверное, приходится подумать. Здесь все максимально очевидно. Последний мы увидим трейн, что, наверное, немного смущает, почему его не убрали Шарксы. А потому что они не играют сразу две карты. А, ну тогда у них все плохо. Тут, гайс, как бы новости неутешительные. Ну, кстати, Даст — это из карт, которые Шаркс смогут играть, если верить статистике, но просто играют плохо. У них 0 оверпасов, 1 вертига. Вот что касается команды Sharks. Карту уже Dust 2 они играли за последние 3 месяца 8 раз и 25% финрейт. Ну вот мы, в общем-то, и видим их нежелание играть. Ну и... Ну, против кого там? Вот ну, мы можем эту статистику а сколько угодно перебирать, знаешь, как искать вот какую-то зерно истины в гигантской бочке непонятно чего. Ну там... Турниры онлайн, и непонятно, с какой мотивацией, значит, многие команды подходят на эти турниры. Просто многие команды, например, там они, ну, не буду называть название турнира, но есть там, был точнее, турнир, в котором они играли, где там были No Chance, которых мы, допустим, сегодня на миноре видим. И Макелеле сказал, что мы рассматриваем подобные турниры как стадию подготовки вообще к минору. Некоторые мы играем игры действительно просто вот как праки. Поэтому, ну да, там вот есть какая-то карта, есть винрейт 50, но если смотришь список команд, нужно углубляться, опять же, мотивационные порывы их соперников, их самих. Очень долгий круг силы. Прям. Ребята, да, такие тимтолки проводят, чтобы наверняка уже зарядиться энергией наперед на все BO3. Ну тут, видишь, тренеру, наверное, больше нужно расслабить Energy, потому что они в роли фаворитов выступают. Перенапряжение чревато какие-то потерями нужных сил. Ну,
как бы показать просто свой уровень игры, тем более, что по большому счету, я не знаю, согласишься ты или нет, но Мопета они выиграли. А его сложно было не выиграть, когда такая ситуация у Sharks с другой стороны. Ну, мы похожую историю обсуждали, когда Singularity играли, то есть там у Singularity одна карта, которую не банят, и все остальные там винрейт 60% плюс. И играют их в среднем от 15, по-моему, за последние 3 месяца по количеству раз. То есть все вроде бы замечательно, окей, красавцы. А тут нюки, парни просто аркадят раунды друг за другом, и Singularity в шоке. Они не могут вспомнить, как вообще хаешку на двери накинуть, чтобы туда не бежали. Наконец-то, возможно, вот какие-то такие моменты внезапности и сработают. Ну, у Тиман не получилось. Они пытались тоже проявить какую-то агрессию. Они пытались пикать Савика, ковры или еще какие-то нестандартные решения. Пару раундов это им позволило взять, но потом их начали просто принимать и не оставлять ни малейших шансов. Тиман же, по-моему, выходили из южноамериканских, да, квалификаций? Нет, как раз они из НЭ, а Шаркс из южноамериканских. Да, наоборот. Да, такие вот дела. Ну и второй слот южноамериканских квалификаций у нас Люминосити достался, получается. По праву наследства. Я не знаю, как это можно вообще охарактеризовать. Они же вместо вроде как Лазарус. Да. А Лазарус же выходили по... По-моему, они как раз... Нет, по североамериканским. Потому что они обыграли там Envy, обыграли ATK, моих бывших бравада любимых. Провоцируешь меня открыть Ликвипедию? Стоит этот момент уточнить. Тем более, друзья, что у нас здесь есть время. Ну, вроде MPET уселся, наушники на месте, проверяет звук. Все в порядке, совсем скоро мы начнем. Друзья, напоминаем, что это матч победителей группы А. Первый в формате BO3. Я так понимаю, завтра мы уже будем смотреть более плотно и детально нижнюю сетку. Сначала elimination матчи на вылет, ну и затем уже по возрастающей. Ну, там вообще жестко будет, конечно, потому что 4 BO3 за день. Это два на параллельных еще и трансляциях ко всему американский минор. Сначала матч на вылет первый и финал нижней сетки. Ну и потом, конечно же, та же история будет проходить у нас и с Европой. Ну, много-много интересного Counter-Strike нам с вами предстоит увидеть. Запасайтесь попкорном. Действительно, очень много. Нужно будет обращать внимание на как одну линейку трансляции, так и на другую, так еще и в двух регионах одновременно. Так, ну и совсем скоро. Да, ты прав, кстати, Люминосити. Да, нашел? Да. То есть странная, да, ситуация? Беру свой слово назад. Люминосити, да, получились у нас через Северную Америку. А NTZ, точно, NTZ играли южно. Да, да. Просто смотри, там была история у Лазарус. Я просто почему помню? Ну, во-первых, мы комментировали закрытые квалификации. Во-вторых, там был… Я поэтому не помню ничего практически. Смотри, там поменялись игроками, Лазарус. О, ну, бог с ним. Истории на потом, когда будет пауза у нас. Пока что поехали смотреть первую карту. Карта Инферно, Energy начинают в атаке. Sharks защита. Стороны, друзья, кстати, я вот не знаю, разговаривали. Нормально. Нормально. Звук. Звук появился, это хорошо. Стороны определяются заранее, а не ножами. Так и есть. У нас выбирает команда сторону, которая не выбирает карту. И вот он, десант через ковры, пытается душить. А тут перекрестный огонь. Возможно, будут проблемы, если бы Экзит справлялся со вторым, было попроще. Ну а теперь шансов не было и у его тиммейта. Это был GNT. А тут закрыто. Но ненадолго. На самом деле, ну, три мишени. Слишком сложная, наверное, дуэль была для Бризи. 3 в 2 ситуация, тем не менее, на поставленной закрытой бомбе. И хорошее позиционирование на обороне этой бомбы. Тем более, еще и с промежуточным фрагом. Остается последний. Лео. Лео, конечно, невероятно классно отыграл карту нюк против Singularity. Но здесь троих похоронить было практически невозможно. Energy выигрывает пистолетный раунд. Интересная получилась разыгровочка, как-то с недопониманием определенным со стороны бразильцев, но Sharks в итоге и не были с какими-либо адекватными шансами такой раунд затащить. Не стали мудрить, Energy. Красивый, быстрый, рабочий раунд, 3 ковры, то есть выпадаешь, последний смотрит в плен, двое первых пытаются задавить балкон и под ним позиции, ну, либо за стенкой в больших песках, что, собственно, и получилось. Плюс один пошел на лонг, который заранее еще и с фрагом, это был Бризи, остался, после чего его ликвидировали. Смотрим раунд под номером 2, абсолютное отсутствие бая у акул. В преддверии, скорее всего, закупки на раунде под номером 3. И интересно, что они решили не стакаться на одной точке. Тут засада, подсадка на вазонах. И вот двое в темной, что ли? Да, засада, кстати, интересная. Может получиться, хоть ну, и вот, не полная, но… Да, ну хватит ли юспов? Это вот вопрос такой. И, по идее, вот любой чек префайером, эта позиция просто сбрёт. Ну, либо нечеловеческая просто. Ты видел эту хаешку? Стрельба должна быть. Под вазоны? Она прямо вот на голову приземлилась. Лео…
Так что без вариантов для него. Понимаю, что и второй игрок, так как это был буст. Набрасывает смачок, и можно работать по затылку. Ну, лево облегчили здесь ситуацию. Хотя, опять же, это пока единственный фраг для команды Sharks. Поверить в то, что удастся разрулить эту ситуацию. Они повсюду кричат сейчас Energy. Но Итан наконец-то это кольцо защиты смог разорвать. А то ребята получили фраг уже от третьего игрока на точке. Подумали, что там фуллстак. Переместились на главку, получили там минус по себе. Они не поняли до конца. Ну, то есть USP без арморов, окей. Если как бы стреляет один, то там, скорее всего, и все оставшиеся игроки. Но чуть хитрее был план у Sharks. Но, тем не менее, довести его до логического завершения будет сложновато. Самое лучшее приобретение в окончании его — это, естественно, плюс 600, возможно, 1200, а в идеале $1800 для GNT. GNT пока особо не торопится, учитывая то, что он мейн-снайпер своей команды. Конечно же, не помешало бы ему подзаработать себе экономику, и на это есть возможность. Вот они, плюс 600 долларов. По старой бразильской пословице. Хочешь ВП, заработай себе на него сам. Ну, 600 долларов есть. Действительно, в остальном, скорее всего, уже без армора ему вряд ли что-то светит. Да, особо и дуэт Energy в призе церкви не претендует на забор этого молодого до горячего бразильца. И еще 2-0. Хорошее начало для фаворитов этой встречи. Однако испытания девайсным раундом они еще не проходили. Вот здесь-то может начаться все самое интересное. Понимают это Energy и, конечно же, будут действовать предельно осторожно. Sharks. Ну вот по репутации предыдущей карты прям вот должны играть постоянно как-то агрессивно, быстро, пока Energy будут позволять это делать. Ну, возможно, учитывая архитектуру карты и, в принципе, всю ситуацию, будет нас ожидать абсолютно другой КС. Посмотрим, что это будет. Вот предыдущие соперники Energy, кстати, бразильцы, вот, так и не определили, что делать в защите. Ну, здесь агрессия, как раз-таки скорость на руках команды Energy. Форсируют события по лонгу. Неаккуратная позиция на первый пик со снайперской винтовки себя не оправдывает. 4 в 3 большинство уже добыто. Пытается Лео вонзиться просто в спину до контроля от Итана. Ну, так будет до конца или нет? Да, в принципе, никого на точке А нет, поэтому можно не опасаться за своих тиммейтов. Они поставят бомбу, они разберут позиции, но сам будет смотреть мидл. Как же легко расшатали только что центр карты. Ребра не справились абсолютно. GNT, как ты уже отметил, не очень удачно раскрутил свою позицию, излишне агрессивную. И вот как бы вам и первый девайс. Sharks не успели сделать ничего толком. Один размен, ну такое. Позиция была неплохая на самом деле. То есть она вынуждала делать 100% фраг под флешку тиммейта, который был поблизости, уходить. Но не ожидали, что это будет настолько быстрый, да, тайминг выхода. Просто, ну вот как называют в деревне у нас, на морозе. Просто бежим на ножах, добегаем до мидла, выходим и перестреливаем. И вот на это, наверное, игроков все-таки Sharks смутило. По большей части они ожидали затяжного какого-то чека там после гранат первой или второй волны. И до них все случилось не так, как они планировали. Первый девайсный раунд канул в лету для них, но гигантским приобретением, конечно, является большинство сохраненных девайсов, именно 3. Ну, Energy, кстати говоря, в матче против Team One оба первых девайсных провели тоже агрессивно и быстро. Вот вспоминаю все то, что там происходило. За защиту они пушили мид, а за атаку они, немного порождав тайминг, потом встанули, по-моему, сплитом B-плент. Ну вот, в целом свойственно где-то Energy пытаться вот так вот. Но они ломают игру. На халяву это забрать заодно. Ну да, на халяву с одной стороны. С другой стороны, они ранги фаворита ломают просто игру, даже какой-то маломальский план, если на защиту у Шарксов есть. Там где-то подумать, да, какой-то анализ произвести из действий происходящих, но не особо активных. Просто не дают этого сделать. И это и мало того, что дает ну, какое-то преимущество моральное, так еще и раунды капают в одну и ту же копилку. Это немаловажно. Всегда мы говорим о том, что ну, андердоги, по крайней мере, должны там выигрывать старт. Или если выигрывают старт, то так им становится намного легче. Потому что все равно команда более опытная на концовку проводит намного более крепко. Так. Как мы видим сейчас, и дебютировать хорошо у Sharks особо не получается. Проблемы в разыгровках по банану против Energy были у Team One, остаются и у Sharks по каким-то причинам неведанным. И теперь уже, ну, 3 в 4 придется принимать. При этом только 2 игрока находятся на поинте. Экзит пока что не полился, но его позиция понятна. Ну, вот так вот. Не по шансам дуэль. Сам не понял. Понял примерно по информации тиммейта, что соперник на балконе. Но смог не самый очевидный. Игроку сверху, конечно, было немного поудобнее стреляться. И та снайперская винтовка, которая в очередной раз появилась на руках у GNT, ему его дропнули. Обязана уходить в сейв. GNT не слишком далеко уходит от Аплента, и похоже, что будет здесь тусоваться какое-то время, если не до конца и вовсе. Ну и
Но это такое, знаешь, это называется наглый сейф. То есть обычный дефолтный сейф — это в самой дальней точке от возможной, да, постановки бомбы. То есть если бомба на А, то ты где-то в церкви на Б. А здесь супер наглое и непредсказуемо действует GNT. Ну, вот разменивать на $100 не стоит. GNT это прекрасно понимает, потому что то value, которое потенциально у него могут забрать, оно очень велико. Поэтому бог с ним, пускай себе идет. Какая статистика Healthwork? Играем на команду, я бразилец. Сейчас главное не лишиться своей снайперской метровки последней секунды. Да ладно вам! Как же это только что неприятно для него произошло. Он дал хедшот пропрыгивающему, он дал еще одну пулю в тело. То есть 60 с хедшота, где-то сколько там, 18 в тело. Еще один выстрел, и он бы сохранил АВП. Но тем не менее, за секунду до окончания раунда Авик был выбит. И, наверное, вот сейчас очень обидно должно быть GNT за то, что так произошло с ним несправедливо. А пошел бы до конца на точку А, обруливал бы, ну, тут хотя бы вышел на малые пески, там, куда-то к миду продвинулся, возможно, бы и выжил. Но так, без снайперской винтовки, теперь только на пистолетах Sharks. 3 плюс 2 играют, где 3 — это база Б. Две хаешки на руках имеется. Вот здесь интересно, как они их будут пытаться раскрутить с такими темпами. Нас может ожидать какое-то нестандартное решение по прокидке. Ну, потому что нужно что-то подкрепить свои пистолеты. Ага. Вот. На бревна полетели хаешки абсолютно не в ту калитку, не в ту степь, что называется, за спины соперникам. Лучше бы они, знаешь, вот посмотрели Петрика и пробросили бы их с B1 и с B2 на деревянку. Да, есть такой вариант. Ну, типа, импакта было бы намного больше. Как раз они там и стояли изначально вдвоем, потом решили продвигаться вглубь банана, контратакуя своих соперников. Но, тем не менее, есть добытый трофейный калаш на руках, есть ЦЗшка потенциально у... Нет ЦЗшки, до свидания. Ну, теперь опять же калаш нужно сейвить. Опять же NT. Ох, в прошлый раз не очень получилось. Я знаю, чьи демки он смотрит. На Инферно. Из команды, которая название тоже начинается тоже на А. Да, и ник игрока тоже на J. Ого, о ком же мы говорим сейчас? Это викторина, друзья, для вас в чате. Кто выиграет, тому Гомер что-нибудь подарит. Да? Вот это поворот. В этот раз решил уже играть GNT агрессивнее. Время есть поменять свою позицию немного, чем он, собственно говоря, и пользуется. Все, у нас есть победитель Гомер, его ник JN. 4F. Тоже на Джей, это заговор. Это заговор Джеев, я считаю. Да, братья. Возможно, возможно. Ну, тем временем в игре действительно не так много всего произошло, так как Energy уже забирает с собой и пятый раунд. Вот как-то пока на одном Inferno у них отлично получается выезжать. Sharks адаптироваться, ну, не особо в состоянии. Хотя это и только один девайс на полноценный раунд был. Не, ну стадия максимально ранняя, то есть вспоминая опять же ту утреннюю игру, которую вы комментировали, по-моему, Energy проигрывали 0-5, да? И потом не отдали ни одного раунда или парочку раундов отдали. Ну там были качели небольшие в начале, прям так, чтобы 0-5, по-моему, не было ситуации. Ну я просто зацепил момент, когда вы разговаривали о коэффициентах, 8. А, ну да, ну там счет был 5-2 в пользу Energy в тот момент. Ну, короче, там безумие творилось. Так как выигрывались сначала интересные раунды, а потом интересных раундов просто не стало. Тут же есть энтри-фраг. Наконец-то GNT включается уже по полной свою команду. Но это жесть. Просто против Energy нельзя играть Inferno никому, по-моему, потому что не умеют занимать банан против Energy. Я насмотрелся от Team One попыток блеклых выходов под банан, которые заканчивались за всю половину один раз успешно. А здесь пока, ну, предпосылки тоже не самые радужные. Ну, там странная игра была, вот я тоже так подсмотрел от Team One. Они до конца не определились, что им делать. То есть не выбрали линию поведения удобную им. То ли играть постоянно в контроль банана, то ли 3 плюс 2 играть, то ли угадывать, перетягиваться, 4 плюс 1 играть, то там, то там. Ну, пока проблемки некие у Energy есть. Конечно, и такое 2 в 4 можно раскрутить. 50 секунд — это время достаточное для абсолютно любой инициативы. Решили пойти в аркаду на КТ. Здесь читает и, да, справляется в Солянова. 2 хедшота, выпавшая бомба, плюс раунд. Наконец-таки первый для АКУ. Ну, да, вот оно и свершилось. Бразильцы забрали первый для себя раунд за оборону. Интересно, какие решения предпримет команда Energy. На их месте я призадумался о том, что под Б не все так гладко, как-то это подозрительно. Вот эти моменты с выпадами не лучшими, которые показывали Sharks. Но пока нет такой кризисной составляющей. Для Energy все в порядке. Деньги позволяют дозакупиться снова. И будет бомба, можно и еще один бай попытаться размутить для себя без каких-либо серьезных проблем.
Церковь, минус половина здоровья уже. Здесь агрессивная позиция у GNT, которая, кстати, друзья, вспоминайте, на лонге в первом девайсном раунде отдавал ВП. Во втором также особо не пригодился, сейвил его. Ну, на этот раз импакт есть, правда. Хорошо бы было сохранить самого себя и оставить свою команду в большинстве одного. Незаконно. Тарик. Скачиваем демку, смотрим. Отключай, пожалуйста, потому что это несерьезно. Стрелял в одну сторону, развернулся, зажал в другую. Окей, я вас понял. Постепенно атака уже смещается под, до последнего. Экзит неплохо справляется вместе с RCF. Хорошо друг с другом работают. Один другому флешку накинул, да и сам свою позицию не пропустил. Итан Арнольд остается последним, но в ситуации уже один на один. Оба опорника такой космос сотворили сначала, чтобы остановить этот сплит, а потом но остановить Итана нереально было. Было разбазарено. Так, ну Итан на опыте. Префайр пытается спускать, но в ответ летит не менее жесткий Лео Дранки. Будет лутаться. Где там снайперская винтовка, кстати, выпала? Наверное, такой у него сейчас вопрос к своему мейн-снайперу. Вот и она. Все, что мог, просто собрал. Можно со спокойной душой пойти раздефузить эту бомбу и заработать для своей команды второй. Вот он, дефьюз. Начинается прямо сейчас. В общем-то, раунд на тоненького произошел. И вот что чудо, то, что его выиграл Лео и команда Sharks, или то, что все-таки удалось остановить Итана? Это карма. Вы нам смог, мы вас вот так, а потом, опять же, на опыте Energy дорабатывают эту ситуацию. Но это вопрос общения, скорее всего, у Energy. То есть молниеносный анализ ситуации. И даже на ситуации не самого приятного захода в меньшинстве на точку А разбираются. Замечательный результат пока что показывают Sharks. Явно ребята не намерены отпускать Inferno легко. Снова запускают снайпера в агрессивную, но уже по другому направлению. GNT находится в коврах. Без энтри в этот раз, но с другой стороны и пытаются вновь отбиваться за банан. Есть прокидка, тут три игрока сразу. Ого-го-го, вот это бомбардировка. Тут душить Итана. Флешка какая, флешечка залетела-то, филигранная. По второму спрей 30-очки не дошел, но Церк поблизости нейтрализует угрозу. Сохраняет для своей команды добыто заранее большинство. И, ну вот опять же тот разговор, который, та тема, которую ты поднимал. Банан у защиты. Не всегда работает на 100%. С другой стороны, есть GNT, который привык работать как швейцарские часы, но в этой ситуации... Но в сейве. Да, уже только разве что. Если бы в сейве отстреливался, было больше шансов. Некомфортная позиция, в прицеле находился. В общем, все вышло не так, как планировалось. По одному игроку на точках осталось у команды Sharks, Exit и RCF. В связке сыграть уже этот раунд не могли бы, по идее, не, пытаются, но Energy смотри, угадывать. Пытаются, да, угадывать, перетягивается второй человечек на базу Б. Ну, не до конца перетягивается, на самом деле. Какую информацию он здесь получит? Я не знаю, как можно задетектить выход на точку А, допустим. То есть он до конца и до Б не дошел. Ну, вот теперь подползает вроде как. Нормальная позиция. Угадывают, угадывают, да. Ну, сейчас вот удача опять для RCF. Умеет волшебные флешки набрасывать, флешка лопается после того, как тиммейт ее все равно получает в глаза, но погибает. Задача Экзита была действительно дожить до той самой флешки судьбы, которую RCF так отчаянно хотел ему набросить. Ну, теперь можно сейвить АУК или вовсе найти снайперскую винтовку, которая в районе бойлера была утрачена. За ней RCF и устремился. Ваша снайперская винтовка утрачена. Ну, можно успеть. В принципе, если ее оттуда никуда не выкинули, не унесли, а это не так, отлично. Просто читаем. Читаем игроков Sharks как открытую книгу. Читаем сейвы Sharks. Да-да-да. Ну, пока так, друзья. Ну, вот такая вот, такие легкие попытки Шарксов вообще понять, как и что нужно делать здесь. Опять же, в оправдании им можно сказать, что они сами в Европе, Energy в Америке. Одни ездят по ланам, другие играют онлайн-турниры. Ну, сложно как бы было подготовиться, да и тем более до конца ни те, ни другие. Но если Energy не надо было знать, с кем они играют по интервью МВП, то да, им без разницы, то Sharks, ну, нельзя было подготовиться от первого БО1 до второго БО3, рассмотреть команду, так сказать, под микроскопом и придумать что-то вот здесь на коленке уже на лане. Поэтому знакомиться по ходу. Любопытно то, что Energy похожую вещь бронили и касательно команды United, которая даже, ну, в одном континенте с ними находится. То есть в теории как-то в онлайне могли бы пересекаться. Смотри, история та же самая. United — это ECMDL, Energy — это элита американская. В общем, я понял, ты морячка и моряк, вот как это происходит. Да, типа кто вы такие, чтобы мы ваши танки смотрели, вы сначала куда-нибудь съездите, до плей-офф дойдите, а потом я, IMAPAD, уже буду смотреть ваши демо.
JNT отлично начинает этот раунд для своей команды, учитывая то, что на руках, кроме АВП, присутствовал только лишь Мак 7 из девайсов. Такие два энтри могут очень сильно повлиять на исход этого раунда. Экзит. Эх, получает по голове Алтарика. И вот это уже не очень приятно. Но снова же есть JNT. Снайпер! Снайпер судьбы! Есть квадро! Пошел за пятым. Нет, пока еще осторожно играет. Но самое приятное, что бомба под его посредственным контролем. Но, наверное, лучше бы в прицеле до конца он сидел, контролировал ее. А так шансы еще у церкви, даже с нехарактерным девайсом, на взятие этого раунда есть. Мак 7 стоит в коврах. Мак 7 здесь попробую еще прочитать. Изи. Хороший щелчок произошел. И раунд откуда не ждали. Ну... Это не был бы бразильский коллектив, если бы какой-то раунд на безумной стрельбе, на какой-то реализации одного девайса бы не залетел, наверное. И то, что здесь это JNT, то это вполне логично, учитывая его агрессивную манеру реализации снайперской винтовки. Да, не всегда оно удается ему сделать так, как нужно. То фраг делает, но не уходит, то не делает там дважды нужную для снайпера, как выглядит эта работа в виде энтри-фрагов. Но здесь, опять же, геройскими усилиями дал своей команде шанс не отпустить соперника очень далеко. Двукратное всего лишь преимущество. И, в принципе, с наличествующей экономикой, уже посмотрите по закупке Energy, можно работать. Выигрываешь это, дальше при счете 4-6 можно и 5-6. Но Нак уже не уходит, он должен был это понять за секунду. Дону, теперь его заберут без малейших шансов. Попытка выйти на размен даже. Вот это Лео дерзко действует. Правда, сам за это платится, опять же, своим здоровьем. И до сих пор Energy играет плюс одного игрока. Я не устаю просто обращать внимание на то, что под Б, если выходят на дугу бразильцы, то их вечно наказывают. Как в последний путь выходят, я бы так это назвал. Ну, где-то так и есть. Знаешь, либо пан, либо пропал. То есть они либо выигрывают эту стычку, либо без шансов просто проигрывают. И остается команда в меньшинстве. JNT еще и не ваншотом попадает прострелом Станислава. У самого 5 хп после всей этой истории. Но вот не могу не выписывать респект этому снайперу за то, что он с 5 хп все равно пытался его додавить. Говорит, давайте, идите, я вас не боюсь. Ну, ему без разницы. То есть, если команда раунд выигрывает, я думаю, снайперскую винтовку ему в любом случае в руки вернут. А вот тот импакт, который он по ходу раунда делает, это больше на то, на чем он концентрируется. Как раз-таки 2 в 3 при занятой базе атакой. Опять же, закрытая бомба. Время очень комфортные возможно. Позиции. Ну, как-то пока пытаются, видишь, то есть быстрый минус, он, наверное, даст здесь понимание того, что можно и побороться, но быстрого минуса нет, так же, как и появляющихся опрометчивых позиций соперника уходят. Разве что с хаешки бы быстрый минус мог получиться, только ее прокинули. Ну, понятно, никто на прицел не открылся, Energy вот уже и к 7-му раунду подобрались. Напомню вам о том, что против Team One первую половину также Energy, играя за атаку, выиграли со счетом 10-5. Ну, где-то здесь по игре мы, наверное, на тот же счет и идем. Ну, это будет неплохо для Акул, на самом деле. То есть, в принципе, если багаж какой-то по раундам у них есть, и начать с пистолетки, не отдать скорость, вот это вот поступательное решение важных проблем, забрать первый девайс из анимека, то вот тебе 10-10. Примерно. И там же начинается потная концовка, где соперники знакомы, притерлись, расстрелялись и могут показывать действительно феерический Counter-Strike. А у нас первая пауза. Ну, Шаркс, по крайней мере, пытаются пофиксить свою игру до того, как станет слишком поздно. Ну, правильно делают, потому что ну, сложно не проводить параллели со вторым бразильским коллективом на той же карте против того же соперника. Team One только вот там что-то, когда уже у соперника было 14, по-моему, нажали первый тайм-аут. То бишь, когда веры было немного. Здесь еще не поздно выйти на комфортный для себя счет. Sharks это понимают. Они понимают, что то, что они делали ранее, не до конца работает. Но игра Energy не безупречна, и ее можно как-то, ну, наказывать. Не, ну, если тренер, понимаешь, за спиной что-то увидел, то это хорошо. То есть, конечно, первоначальный план, и там, ну, не очень приятно заранее, да, ранние тайм-ауты брать. Но если он что-то заметил, действительно, что кардинально изменит игру, то почему бы не взять эту паузу? Хотя, опять же, ну, не так много раундов, скажем, прошло. Пока просто 3Б на первом тайминге, отбросали немного гранаты, все-таки заняли банан. Energy туда даже не собирались идти. Мне кажется, что в понимании Energy все действия Sharks должны были быть направлены именно под бэплэнд, потому что их там очень часто расшатывали последние раунды. А под А выходили только поздней стадии. JNT, хорошая переводка. Молотов под его повторный выход. Но никого он больше заметить не смог. Работают, конечно, под снайпера. Качественно. Ну, может JNT, красиво.
Пока что чуть ли не единственная палочка-выручалочка для команды Sharks, если честно, это именно GNT. На нюке там вот Exit и Leo, просто они за первые раунды всем 30-ку набили на двоих. У них все отлично было. Но здесь вот мы видим в основном только снайпера. Тут у Energy характерная проблема, которую как-то нужно решать. У них нет гранат на выход, а тут АВП на гробах. GNT, на удачу, смоки. А вот теперь уже четко, и тиммейт с B1 также справляется, и это 4 в 2 для Sharks. Кстати, можно поискать рыбку в мутной воде здесь, атаки, но они решили ставить бомбу. Прострел через дым, еще один на АЦРка. Цветелин просто не ожидал, что второй раз снаряд в ту же воронку залетит. Он попал еще и по Итану. И понял, что попал. Жесть. Очередной квадро для GNT, дамы и господа. Вот этот снайпер действительно приковывает к себе много внимания подобным перформансом. Очень любопытные эпизоды с ним мы наблюдаем. 15 на 6. Статистика, то есть 2 и 2 где-то получается у него КД. А посмотрите на фраги его тиммейтов. 3, 5, 5, 4. То есть у него чуть меньше, чем у оставшегося квартета его тиммейтов. Ну, естественно, герой этого раунда в повторе. Из его глаз мы сейчас увидим, как он убивал через смоки. Ничего не видно, но тем не менее это не мешает убивать. Да, учуял оппонентов. Здорово. На таких моментах можно переворачивать, тем более, что денег у Energy не осталось. Здесь фастбэк, который уже должен пресекаться с таким количеством гранат. И преимуществом, конечно, не имели права Sharks проиграть бананы в этой ситуации. Ну, это супер раунд от Sharks. Они все прекрасно понимали по экономической составляющей Energy. АВП с одной стороны идет по миду, тиммейт за спиной пробрасывает хаешку, и трое пушат. Это не контрится, если у вас не дрожит рука. Бриз решил немного повыбивать экономику из рук Sharks. Хедшот на РСФ, но вот дальше, куда ему идти, пока остается загадкой. Бомба лежит. Забрать ее, скорее всего, невозможно вовсе. Но Бриз, кстати, отличался в недавнем прошлом умением стрелять с дигла. Но, правда, вряд ли он здесь победоносные задачи какие-то ставит в этом раунде. Ну, пощелкать, может быть, что-то отберет. Ту снайперскую винтовку, которую хранят как зеницу ока, где там, кстати, GNT. Не-не-не, GNT в самой дальней точке этой карты, в безопасности, вот он стоит, вообще смотрел на КТ-обход. Да, пауза вот, только призадумался я о том, что может что-то эдакое произойти, но вот меня смущает то, что это, судя по всему, технический тайм-аут, а не тактический, какая-то активная переписка началась. Для Energy есть смысл пересмотреть свою атаку. Они, правда, только один девайс отдали за последнюю серию и одному авику, ну, но все равно. Знаешь, а с другой стороны, а что там пересматривать? Они играют дефолт-контроль, то есть стартовая часть раунда, первые там 20-25 секунд это банан, потом подбирают, ну, то есть качают А, Б, и потом, если у них есть полноценная информация, выходит, если нет, то за оставшиеся гранаты они решают вопрос с этим выходом. У нас статистика, друзья, на ваших экранах. Что тут из интересного? 132 у GNT ADR, например. Лучший игрок на карте на данный момент. У Итана 12 фрагов, и он является на втором месте. Ну, даже не знаю. Момент того, что действительно как-то нужно наказывать авик, присутствует. И все началось для Energy, на удивление, как раз того, что они наказали АВП, раскрутили из этого раунд. Ну, что-то с тех пор GNT стал значительно реже промахиваться он в своих выпадах. Он получил уверенность в себе. Это, во-первых. Во-вторых, он мерцает от планта к планту, то он на банане. То есть вот много мы разговариваем о том, нужен ли сетап 2 снайперские винтовки на карте Inferno. По такому снайперу нет, не нужен. То есть он, если, как это называется, тепловая карта убийства, посмотреть потом на HLTV, то я думаю, там по всей поверхности. Ну, супер наглость. Экзит показывает, где экзит. Красивый Станислава. Минус. А тут еще и полтора пикается. Ну, без вариантов для Energy в таком раунде. Ребята проводили тайм-аут, и их просто задавили в респ. Че там за пятерочку Sharks боролись? Изи 6 уже, и еще и 7 и 8 могут тоже держать в уме. Учитывая деньги Energy, так точно, шансы на это велики. Церк ждет ошибки, что кто-то прыгнет в траншею. Этого, конечно же, не должно происходить. Ну, а Итан в поиске фрага также оказывается с носом. Вот и траншея, ну когда уже это не так сильно решает, ибо инфа про бомбу, я так понимаю, присутствует. Как тебе план? Пауза небольшенькая. Не знаю, кстати, вот что там по итогу эта пауза. Ну, что решали, да, игроки? Ну, общались или не общались? Сразу после паузы Шарк, не откладывая долгий ящик, просто контрпуш делает по всем фронтам и руинят. Даже если у Energy какой-то маломальский там запас по мыслям был, что делать, опять же, играть в контроль или что, то его просто не дают реализовать. Ну, Energy прожали тайм-аут после того, как была техническая пауза. То есть, да, какой-то тим-толк не провели. Шарк сказали, окей, смешно, убрите, до свидания. Вот так оно и вышло.
Аркадовская? Ну, просто, знаешь, там, я не знаю, в 70, 80, 90% случаев после паузы команды, которая эту паузу не берет, ожидает чего-то экстраординарного от своих соперников, поэтому играет дефолт, а вот тебе... Ну, расстрелялись, ну, нек. Это жесть. На какую-то секунду даже успел Станислав еще найти хедшот. Это мало чем... Хотя, но они на бомбу стягиваются, он ладно. Услышал уход в арку. Это может, кстати, принести нужную информацию для... Атаки, если бы не выпавшая бомба заранее на банане. Да, все было бы хорошо, но вот как забирать бомбу и выходить под позиции игроков защиты, пока что остается загадкой. Звено из тройки игроков, прошло арку, а вот и первый контакт. Ну там диглы, я бы на месте РСФа сильно не рисковал. Он, в общем-то, этим и занимается. Пробрасывает дым, меняет позицию. Смог в пользу игрока обороны, как мы уже успели понять. Не преграды. Смог. Из X-Ray этот моментик. Показали. Ну, это, знаешь, эта ситуация не лезь, а то убьет. Вот, для игроков защиты. Ну, деньги неплохие, на самом деле, на руках тут последний раунд. Поэтому ладно, беру свои слова обратно, можно было порисковать. Порисковали эту перестрелку стенка на стенку на КТ через смог выиграли. И нас ожидает 15-й заключительный раунд первой половины. Игра за половину в принципе, что удивительно. Все происходит таким вот образом. Этот камбэк у Sharks начался от одной снайперской винтовки, от одного GNT с его квадрокиллом. Когда у команды не было ничего толком, GNT сделал ветер. Видишь, это говорит о не контрящейся, там, я не знаю, вселенской роли снайперской винтовки. А если бы GNT до конца не пошло? То есть я к тому веду, что как бомбардир GNT выступает. Если бы у него игра не пошла, то уже не было бы, наверное, серьезных проблем. Успел GNT дать этот пропик, хотя позиция была ужасная. Но, тем не менее, шансы теперь остаются. РСФ получает по каске сразу, понимая, что дело пахнет керосином. Стягивает тиммейтов, отбрасывает гранату и отходит. Экзит, минус Церк. Нах, забирает Бриза. Жесть, какая-то у них удается стянуть с Пейнфей. В итоге даже половину оформить для себя. Шаркс, браво! Ну да, раунд имени Валерия Заливайченко был от Energy. Решили не в контроль, наконец-таки сыграть. Но вот насколько в поздней стадии это уже было, в последнем раунде удивить соперников не удалось. Решили пушить тогда, когда соперник уже расстрелялся и почувствовал свою стрельбу. И в перекрестном огне, в связках, в дуэтах, в трио работают максимально жестко, абсолютно бесшансовый заключительный 15-й раунд, по итогу который приносит вообще победу в первой половине для бразильцев. Ну, какой-то чил у МВП, это, видимо, все нормально, все по плану, вот именно это он внушал своим игрокам в паузе, ничего страшного, андердоги играют первую половину, мы играем обе, какие-нибудь такие суждения в его голове, ну, посмотрим, как это все будет складываться, возможно, почувствовал запах крови, ребята просто не отпустят, ну, а мы вас пока отпускаем на паузу. И мы снова с вами, дорогие друзья. Вот-вот уже начнется вторая половина первой карты в матче Energy против Sharks. Это финал виноров. У микрофонов Акроха и Гомер. И на самом деле весьма неординарно обстоят события у нас. То, что мы видели уже на карте Inferno.
Интригующая первая половина, несмотря на ее вроде бы беспросветно удачное начало для Energy, Sharks все-таки сориентировали ситуацию за счет и тактической паузы, ну и концовочку подтащили настолько жестко, что еще и первую половину просто выиграли. Говорит о том, что приоритеты расставлены у Шарксов, и падать в нижнюю сетку они не очень хотят, и европейский буткемп зря не прошел. Пока же пистолетный раунд второй половины у нас, жесткий настрел с балкончика от Бризи. Добытое преимущество разбазаривать нельзя, поджал тиммейта, лол. Вот такие вот моменты неоднозначные. Как бы теряется еще и GNT. В этом раунде остаются втроем звено Sharks. И, соответственно, проблемы очень серьезные на горизонте. Как их тут пофиксить? Energy 2 плюс 2 стоят. Куда не пойдешь, тебя будут встречать очень плотно. Налево пойдешь, проблема гребешь. Также и с историей про право. Ну, пока выжидаю. Такая очень противная для соперника пауза, дающая, ну, момент, наверное, ошибиться в защите. Но здесь Energy намного более опытные в этом плане и не переживают. То есть время идет, время работает на них. Посредственный контроль банана теперь отпущен. Уходят вглубь плента и 2 плюс 2 по точкам. Energy уже никуда не пойдут. У них есть преимущество в одного игрока. Они знают, что один из соперников бит, и какого-то смысла активничать у них нет. Вполне логичное решение. И вот сейчас, ну, просто нужно опорникам не допустить ошибку при стрельбе. Этого будет достаточно. Уйдет на позиции на первый пик, но вскрывается она префайером. И Тарик отходит, но Тарика не ждут. А это бомба занесена. Это тачдаун, но бомба сама себя не поставит. И качотики по затылкам. Изи для Тарика. Бой с тенью тебе понравился? Прям два игрока против гробов стрейфились, стрелялись. А так инфа кривая была, походу, от парня, который пробегал за квадзе. Который в ухо получил, да? Да, он получил в ухо, и такой, пацаны, гробы, и двое смотрят на гробы, и nice байт получился от собственного тиммейта. По итогу, по этой не самой достоверной информации, в общем, окончание этого пистолетного раунда для акулы развалилось, хотя они были очень жестко нацелены перестреливать просто любого, но никого не увидели. Ну вот вам как бы и последствия. Обе пистолетки выигрывает команда Energy. Снова агрессивная игра в их исполнении. Правда, вот Sharks-то на всех парах по коврам несут. А это бомба может быть? С высокой вероятностью может быть. Здрасте. А мы вам на точку зайдем, бомбу поставим. Приставался 5-5 на экономическом. Ну, окей, бомба есть, но выбивание в любом здесь случае будет. Да, неприятный момент для Energy, но такой, видишь, аккуратный в сохранении девайсов решил сыграть Станислав и точно такую же команду дал всей своей команде. Пока никого не потерял, где там последний-то затерялся? Вот он. Так, надеется, что кто-то все же допустит ошибку против него. Но... Ну, сложно ошибиться против дефолтного пистолета, на самом деле. И этого игроки Energy не делают. Бразильцы молодцы такие, денежки мы любим, называется. Нашли возможность поставить поинт, это плюс 800 на брата, и вот вам как бы АВП. С армором только за счет поставленной бомбы. Сразу появляется у команды да, Sharks. Да, но армор без шлема. А ты посмотри, три фармгана есть на руках у Energy. Любой неаккуратный мув, который себе позволяет снайпер команды Sharks, в принципе, вот эти вот суперагрессивные пики, может завести его в могилу в следующий раунд. Да, да. Рассуждай, комментатор. GNT делает правильно. Отличный энтри. Уже перекрывает церковь на скауте, и видно, что даже возможности как-то справиться не было. Это, кстати, снайперская дуэль была против скаута церковь. Да, то есть, в принципе, есть. По мобильности он выигрывал. Но изначально в своей ударной позиции оказался GNT, пополз дальше. А у GNT есть прикрытие в виде смока. Мы забыли о том, что ему не преграда сквозь дым настреливать Савика, спокойно убивать врагов. Ему каска и не нужна в такой ситуации. Станислав будет активно укуривать молотов. Красиво. Такой получился, конечно. Такой, походу, Станислав пожалел, когда увидел, что Молик летит, что пробросил глубоко свой смог. Но благо для него все-таки Молик потушился об заранее проброшенный уже смог. Жесткие перемещения по карте показывают. Возвращается игрок под аплэнд. Здесь еще и точка прям Бриз стоит. До сих пор где-то Станислав тусуется, но нормально. Погибают оба опорника. Нормально вообще так. За сигареты на дефолте забрали префайером. Станислав не понимает вообще, откуда беды ждать. На самом деле все три уже под А. Но у него было много вопросов по этому раунду. Вроде бы прожал в тылы, вроде бы дал минус 2. И этого недостаточно. Ну вот, казалось бы, да, то есть первая проигранная снайперская дуэль церковь особо ничего не решает. То есть банан уже в этот момент забирался его тиммейтами. За спиной тиммейты пушили мидл, но насколько же много этот минус бы предопределил. Дал бы пространство как минимум. Ну, по итогу... Что потеряли в этом раунде Energy? Фармганы, скаут
и приобрели калаш. Ну, определенный намек есть на то, что вторая половина, она вот где-то по стилю на первого будет походить в плане того, как раунды забираются. Будет скрипеть качеля? Где-то да, в ту и в другую сторону раунды будут сыпаться. Хотя, опять же, пока не увидели серии, не увидели сбитой экономики, в ту или иную сторону судить достаточно тяжело. Повтор. Вот он. Ох, тут еще и жестко было. Как будто со скаутом был как раз-таки GNT. Вот это жесть. Такой. Это фазумчик был или я... Ну, судя по хайлайту, да. Такой чисто. Куда ты? Стой. Закрыта дорога. Вот он, GNT. Человек, которого в первую очередь стоит бояться на этой карте для команды Energy. Да, непосредственно в яму смотреть опасно, понял для себя Церк. Ну окей, смотрим дальше. Снайперская. Теперь винтовка та, которая нужна у него, а не облегченного образца. Ну, правда, играя тоже не на первый контакт против GNT. Действует в коврах. Тут, скорее всего, если будут движения от Sharks, то дуэтом. Но уже и не против кого им занимать эту позицию. Выйдут, просто прочекают. И зависимо от того, какой будет раунд, разыграют ковры. Бомба пока не торопится никуда уходить. Занимается ребра. Ну, такой осторожный раунд Sharks показывают. Ну, не примерно, хотят попасть в западню. Примерно то же самое, что, в принципе, в атаке делали Energy. Ну, здесь момент угадать для Energy. Третий стянулся на базу Б. От этого первый стоящий именно Итан пошел чуть вглубь. Банана. И, кстати, этот моментик может предопределить исход раунда. Оп, надо уйти. Тарик. Наг догнать уже, очевидно, не сможет в этой ситуации. Но сымитирует, по крайней мере, активность в этом направлении, за что заставляет Станисова призвать к себе Церка на помощь. А, только не Станисова, это сорян, это был Тарик. Станислав, вот он, во всей красе, дает фраг. Так, ну и 3 в 4. Ну, 3 в 2, по факту. При заходе на пленту, без чека позиции, вот так вот на морозе. Ой, скрючило просто лево. Да, выход, похоже, в никуда. Такой перекрестный огонь не должен как-то... контриться, что мы с вами и видим. Станислав дает свои минусы и, в общем-то, заканчивает раунд трипл-киллом. Классный раунд. Energy отстояли сначала пассивный дефолт первую часть раунда, потом в средней перезаняли сами банан, чего не сделали их соперники, что могло бы им принести преимущество. Ну и выиграли по факту дуэль на банане. Ну и как-то Sharks растерялись под концовку. То есть кол середины раунда был непонятен на самом-то деле. Соглашусь, это чувствовалось. Не хватало каких-то ковров, в конце концов. Ну, минимального сплита. Все, как один, по одной позиции проходили. Это ни к чему хорошему не привело. Бриз. Глубокая аркада. Там все на втором центре карты. Может быть, интересный момент здесь. Здравствуйте. Ого. Ручеек, ручеек. Привет. Убить не получится в ответочку Бриза, который так глубоко зашел. Но попытаются продавить Станислава. Так, ну это квадрокилл для Станислава. По-любому, если патронов хватит, а их должно хватить. Нет. Только хитрик. Ну, на трипле тоже неплохо остановиться в этой ситуации. Хотя бы так. 11-9. Ну, ладно. Сложно судить. Вот я не знаю. Я думал, что мне как-то станет понятнее по ходу этих пары раундов. Вообще и близко не стало. Но понятнее, судя по всему, стало нашим партнерам из GGBet. Букмекеры уже определили со своим коэффициентом 1.15 на 4.84. Похож на тот кэф, который был вообще изначально в матче. Ну, не знаю, по той игре, которая есть. Ну, конечно, расчетливые букмекеры всегда. Они действуют только исходя из цифр, из чисел, из происходящего. Можно согласиться, можно нет с этим коэффициентом. Как думайте здесь сами. Ну, Тарик. Жесткие замесы на миду. Опять же, не откладывая долгий ящик, Energy решили Тарик. Пушить. Тарик! Сейчас вот просто найти момент истины и убить тут всех. Компас нужен. Ах! Ну, так только в один фраг и уйти. Не получилось, но интересный был эпизод. Тарик так долго стоял, вокруг него табуном налево, направо носились, вперед, назад, а Тарик все ждал. Но дождался только на один минус. А там спина закрыта. Да, да, там человек в непосредственной яме. Как бы по первой информации прохода на базу Б, он будет запирающим. Тут могут, кстати, и двоих не пройти. Отличная подсадка. Нет, смотри-ка, префайром сбривают ее. Снайперская винтовка Церка не отвечает жестко через гробы. А спину-то ждут! Здорово, вот теперь брат! Уже да. Вот теперь уже да. Вот это раунды. Что берут Sharks временами? Ну вот это не поддается какому-то адекватному анализу, да, вот и причинно-следственной связи. Вроде бы хорошие позиции, но там префыч на одну, вторая контролится, и спина тоже ожидается здесь навстречу.
Ну, интересно, матчи Sharks будут смотреться, судя по всему, вот где-то вот так вот. Все время с какой-то искрой происходит их игра. Ну, это вот еще один ответ на вопрос, да, как нужно и где нужно тренироваться, и с кем нужно тренироваться. Посмотрим, как по минору вообще пойдет. Мы можем много здесь хвалебных отпеть команде Sharks, но, по итогу, они как-то ни первое, ни второе, ни третье место не займут. Довольно активно на банан Sharks решили просто продавить. Это был неполный BioEnergy, и, конечно, врыв Sharks ничего хорошего для них особо не оставил. По этой ситуации, особенно после того, как погиб RCF против Бриза. GNT — это, конечно, человек, который в поле воином является, даже если он один. Но с 16 хп, даже с бомбой на плечах, будет играть очень некомфортно. Последние деньги у команды Energy, и вот меня смущает кол на раунд. То есть в преддверии раунда. Пуш банана, все на удачу, где шансы 50 на 50. А если соперник укрепит, а соперник укрепил, ну как бы можно получить 11-11, соперник без экономики, у тебя преимущество будет уже в один раунд, выигрываешь там форс или экономический. Но при этом Шарксы просто, я не знаю, подарочные, выкатили раунд своим соперникам. Ну, при том, окей, что у самих-то денег нет толком. Да, то есть раунд за два и для тех, и для других, но при этом вот такой опрометчивый мув. Пуш банана. Именно на подобных ошибках Energy цеплялись в своем первом матче сегодняшнего дня. И благодаря тому, что бразильцы, другие, не Sharks, а Team One, давали им возможности, они как раз и выиграли карту относительно легко. Они воспользовались тем шансом, который у них был, и так и продолжали играть. Мне интересно, у Церка реально DR31 или это какая-то магия? Ну, почему нет? Ну, 11 скиллов. Ну, в принципе, да, за практически в два раза больше раундов, то, может быть, так и есть. Ну, просто с ВП я не вспомню, чтобы он убивал. Ну, окей. Тем не менее, тут, наверное, это не так важно, как важно то, что у него есть снайперская винтовка, чем не могут похвастаться Sharks. У тех вообще никаких девайсов нет, только лишь 3 дигла и P252 штуки. Бриз идет активно работать по направлению ковров. Станислав накидывает молотов на центр. Ну, ждут второго мида. Часто Sharks вот где-то играют по этому направлению, понимают это Energy. Однако на первом тайминге не приняли, оттянулись с акцентом на длину. Ну, кстати, посмотри, 4 плюс 1 играют. То есть момент чтения команды есть. Банан давно уже смотрится. Встреча на сену. Не самое приятное оказалось для Бриза. Вроде был в главенствующем моменте. Снизу вверх смотрел его изначально. Не замечал. Ой-ой-ой. Время типично бразильских раундов, я полагаю, здесь. Тарик, правда, другого мнения. Пытается размениваться. А там контрпуш, который принимается, но не до конца. Да, мы убили ставящего бомбу. Все. ДФМ бомбу, выигрываем раунд. GNT не сможет попрепятствовать этому. По идее, его убьют до того, как он выйдет на пик. Ну и ладно. Проблемки были. Да, соглашусь. Причем вот вроде смотришь, и три игрока выжило, вроде бы все нормально. Но мне кажется, там в один момент так уже посидела МП от происходящего. Да я не понял, как Бриз изначально не убил. То есть вообще непонятный момент. Он спрей 30-ка зажимает вертикально вверх. И ничего не летит. Такое иногда случается в кейсе. Тем более, когда на противовес P250 или Дигова, не помню, что дал фраг. Но это был второй игрок, выходящий, ему было намного проще саимить, чем Бризу по упрыгивающему от него оппоненту. Ну, какие-то минимальные деньги выбили, и то неплохо, себе же подзаработали. Там главное, Sharks, чтобы снайперская винтовка у GNT была. Она, благо, есть. У него уже 28 фрагов, у его тиммейтов по 10, по 11. То есть у него через 12 фрагов будет столько же, сколько у оставшихся четверых тиммейтов. Однако большую часть, конечно, всего полезного импакта GNT давал, ну, в первой половине. Здесь, ну, я помню классный энтри, да, против скаута Церка. Но после что было? Ничего толком. Один еще эпизод на банане, вот что вспомнил. Тут пока 4 в 4. Лео наконец подключается, а вот и GNT. Интересно, что фраг он делает вообще на втором миду. Да, это прям смотрелось неоднозначно. Снова-таки Тарик вместе с Итаном. Интересно, дуэт достаточно. Так, еще ну сейчас да, вот это глубоко в плент уже молик. Ну, все, что налутал, все гранаты откинул. Ну, решили не идти на это выбивание в угоду сохранения все-таки экономической составляющей Energy. Отдадут 11-й, но зато будет закупка. Там 400 есть у Церка, накинет чуть-чуть. Ну, в принципе, девайсы какие-никакие должны быть точно у троих, четверых и какой-нибудь дигл.
Ну вот вы, кстати, вспомните те девайсы, которые были выбиты. Командой Sharks у Energy в предыдущем раунде, вот та потребность тратить гранаты на выбивание бомбы, которой не должно было быть. Это все сейчас может толкнуться на дистанцию. На это Sharks и уповают во многом здесь. Хотя и у них, конечно, там, кстати, же, никаких денег нет. Денег у Sharks тоже нет. Сейчас бы Дося пригодился в песках. Вот, забирай троих бразильцев, и в перезакупке оказались бы Sharks, и у них бы, опять же, был раунд за два. Так, ну и что будут Energy думать? Дигл есть, он будет у Бризи. Ну, а там понятно. Пистолеты дропаются, это будет эко, судя по всему. С двумя девайсами, да, под сейвами. Да, ну и 5500 себе Церк сейвит по ДВП на следующий раунд. Ну, 4500. Вот такое вот решение. Energy не хотят доигрывать быстро. Они понимают, что соперник, против которого они играют, весьма серьезный. И ему по силам перевернуть такие эпизоды. Игра более дисциплинированная какая-то. Это даже более серьезно, чем было против Team One. Попытка, кстати, угадать от Energy. 4 плюс 1. Эмочка Итана стоит на базе Б. Его тиммейты супер близко к ребрам. Ну и, кстати, посмотрите, что основная масса игроков атаки, а точнее все, находятся на банане. Дает Итан понимание о том, что база Б не пустая, это не стак на точке А. И сейчас очень важное решение от Шарс, какое они примут после этого смока. Они думают, что это стак на Б. Они разворачиваются, неужели пойдут за подник? Они, по-моему, больше ждут, что это была какая-то аркада в спину, теперь не нашли. И вот теперь могут угодить за подник. Но это вот опять проблема Шаркса в коло середины раунда. По единственному смоку, проброшенному на молик, они просто разворачиваются, уходят в обратном направлении. Их спасает то, что еще минута до окончания этого раунда. И противоположное решение они могут принять. Опять же, получив какую-то информацию здесь после размера. Как тебе такие вот гранатки неплохие, которые выгоняют игроков защиты на огонь? Но здесь очень прекрасный огонь, который, правда, вскрывается просто молниеносными выпадами и безукоризненными хедшотами по команде Energy. Вошли в западню, в которой был девайс, в которой были смоки коварные, и при этом потеряли 27 хп на команду. Ну, плюсик за попыточку от Energy, конечно. И угадали, и повезло, но качественная отработка, соглашусь, гранат Шарксов смотрелась очень жестко. Теперь известно, где находится Итан. Возможно, пойдут его вычислять. Не хочется оставлять кольт на руках у соперника. Правда, и свои деньги, вот они такие спорные. Мы понимаем, что сейчас уже прошло 25 полных раундов и 26 на носу, то есть не сильно много тебе денег нужно наперед. Но не так, чтобы оказаться в безвыходном положении именно на маппоинте соперника. Отчаянно GNT пытается заработать плюсики в статистику. Ну вот такой супер импактовой работы он не производит в начале раунда, хотя бы здесь где-то в середине собрать. Нет, нет, отбирают у него Лео эту возможность. Одно полотенце на двоих, бро. Все нормально. Братья навек. Ну вот, еще одно полотенечко нашлось. Вот такие вот моменты показывают нам. Energy, ну, не выглядят сильно расслабленными. АМП аж встал. Это прям... Это после окончания первой половины, вспомни, я акцентировал внимание, да, что у него full chill режим был. Это нормально. 8-7 первая половина, мы же опытнее, мы же сильнее, мы же топ-5. А вот нет, а вот теперь приходится, может быть, еще и тактические паузы под концовочку тратить. На карте под номером 1 хаешка плюс мог залетает глубоко в банан. Это явный намек на то, что банан заранее забирает с команды защиты. И Шаркс особо не претендует, у них 4 идут на ковры. По правде говоря, я даже удивлен, что GNT не дал тот фраг. У него с этим проблемы редко возникали. Ну и выпад очень спорный, между прочим, показывает нам бразильцы. Станислава они все еще не проверили, вот, за что будут наказаны, по идее. Вот ну ты так помнишь раунд Rush на Б? Да, у это тебя вот то же самое. У тебя все на руках, у соперника последняя экономика. Тогда бегут, проигрывают на Б, сейчас идут четвером ковры, ничего не раскидывают абсолютно. Инфы с банана только смог и хаешка залетела. Это то есть гранаты на одного соперника. И теперь GNT должен героически пытаться тащить клатч. Изначально 1 в 3, а теперь 1 в 2. Минута времени — это хорошо, но бомба, посмотрите где. Вы посмотрите на Тарика, который даже такой мув прочитал. Черт возьми, мне казалось это самым гениальным решением в истории человечества от GNT. С авиком пойти пушить смок — это то, что от тебя вообще не должны ждать. Но походу Тарик сам планировал что-то коварное с этим смоком сделать. Да, это был не смог, это был капкан. Жесть, конечно. Тарик Челик. Ну и вот как бы все было прочитано. 14-12. Ну вот, ну бразильцы, ну что это за раунды такие? Два. Ведем подсчет таких вот неочевидных раундов. То есть не будь сейчас двух тех раундов, был бы счет обратный. 14-12. Вам остается просто сделать ноги команде Energy для того, чтобы она этими ногами перешла аккуратненько на вторую карту. Какая-то закидамба получается. Хорошо, посмотрим за Тарика. Прямо сейчас со снайперской винтовкой его просто выкуривают. Может не уйти здесь. Ой-ой. О, хорошо, гранатами прикрыли.
Ну, что-то страшно стало за Тарика в этот момент, потому что очень активно продвигались Шарк в своего направления. Еще одна флеш. Отпугиваются. Гробы пока не закрываются. Тарик промахивается. Второй попытки могут и не дать Тарику. Так оно и выходит. Нормально. А вот теперь раз, что база Б работает. Тарик изначально свою снайперскую винтовку показал. Вторая у церка, и она отыграна. Это сейф. Это понятно, что денег нет, но вы крепитесь. А там вообще все плохо с экономикой. Ого. Вот. Наверное, на месте Шаркс я бы вообще-то психанул даже в такой ситуации. По крайней мере, одного бы да отправил. Понимаешь, что у них у самих дела не лучше обстоят? Короче, я понял. Они решили просто... Шаркс — это такая стилистика игры. Они решили шокировать своих оппонентов. То есть немедленный контроль, как это до конца в атаке делали Energy. А есть кол на точку А. Ну, есть какой-то заготовленный, да, раунд. Есть заготовленный раунд по таймингу на базу Б. И маленькая... Понимание должно быть в начале. То есть, если характерно, конечно, пуш идет по миду, то его нужно отстрелить. Если ничего нет, то, допустим, делаем свой раунд. На А не получилось, на Б вот сейчас получилось. Тем более, даже в плюс играл тот момент, что была снайперская винтовка. Ну, на нюке один в один Шаркс похожие вещи делали. Просто там стилистика карты немного другая. Но Шаркс, ну вот у них раунд, который они играли 2-3 раза за половину. Один из любимых — это вот мы накидываем два молотовых на мейн, пробегая через дверь, дропаемся вниз всей командой за первые пару секунд. И вот мы уже под Б-бомбу ставим. Как не, ну бы... просто если есть оттренированные раунды, которые работали вот на этом европейском буткемпе, да, допустим, там хотя бы в 70% случаев, то есть есть понимание, что это для вас уверенный раунд, и если кто-то криво не накинет что-то или вообще там, я не знаю, просто руки у него не откажут, то этот раунд будет получаться. Вот о чем мы говорили, уже пошли тактические паузы, МП5 переживает, общаются со Станиславом. Ну, они видели результат Шаркс на карте нюк. Они знают о том, что ребята готовили ее. И если официалок там сыграно не так много, это не значит, что это не является их сейчас одна из коронных карт. Об этом говорили они сами в интервью. Намекали, скажем так. Шаркс? Да, ну вот. Так они там, по-моему, каких-то датчан еще обыгрывали. Где-то то ли Норс, или кого-то они обыгрывали. То есть, ну, Инферно у них есть. Ну, с нюком интереснее. То есть там сколько их? До этого было, 4 что-то нюка. Ну, или, в общем, мало карт они сыграли официальных. Здесь же первая карта, первый матч против Singularity они выводят на нюк. В BO3 они пикают нюк. И явно намек на то, что карту-то подработали к минору. И готовится играть ее очень часто. Ну, помнишь, мы еще на закрытых квалах разговаривали, что мода пошла в Южной Америке на нюк после того, как Фурия Астралис обыграла. Все начали прям жестко работать по нюку. Я не знаю, общаются они там, так как Шаркс сидели в Европе, а Фурия, ну, по разным ланам ездила. То там Америка, то Рио, тот же самый был DreamHack. В общем, не знаю, где бы они могли встретиться по именно пингам, да? Ну, видимо, где-то как-то что-то общались, какой-то опыт перенимали. По итогу видим последний закуп от Energy. Денег очень мало, но американцы рискуют. АВП, ямка. Ну да, тяжело, конечно. А что делать-то? А что делать? Денег-то нет, надо что-то делать. Поэтому пытаться будут удивлять. Здесь классическая флешка. Под снайпера на стенке церкви отгоняют. В блайнде сделать точный выстрел по телу соперника ему не удается. Вторая, да что ж такое? Они дают вообще кислорода снайперам команды Energy. Я пытаюсь вспомнить, когда мы вообще выделяли церковь хоть в чем-то. Его не было на этой карте как такового. Да. При том, что это Церк. Это человек, который в свое время такие хайлайты делал уже в стане команды Energy. Значит, мы могли бы сделать скидку, что в атаке не было Церка. Но окей, такое бывает. Можно и в 5 калашей поиграть. Но в защите по-прежнему нет Церка. Ну а в защите на одну позицию Церка приходится 2-3 контрящие его гранаты. В основном. Да. Ну, тут навстречу UMP-шка и 5-7. UMP-шка делает ветер. Бризи подтягивается. Еще один фраг от Итана. Есть понимание о том, что на шарте соперник вдвоем в перекрестку. Доработал Церк. Вот и наконец-то он включается. Короче, очередной выход в никуда получается для Шаркс. Есть пословица «умом Россию не понять». Да, вот я пытаюсь сейчас Бразилию понять умом. И что-то тоже не особо получается. Ну, только душой, разве что если... Очень тяжело идет. Ну, странно, что они так играют. Я это называю, знаешь, феномен там, доставания кота в мешке. Как хотите это называть, ну, то есть в темную заходить на точку. То есть середина раунда, у вас минута 20. У вас понимание того, что соперник брал паузу. Значит, у него что-то идет не так. Значит, вы его можете ломать. У него отсутствует полноценный бай. То есть там, скорее всего, не все эмки и АВП. Чего-то не достает. Это значит, что это всегда чревато какими-то хитрыми планами. То ли то стак, то ли то где-то поджим, то ли перезанятие какой-то точки будет. И вы просто на минуте выходите на морозе на базу А. Вот, все, пошли фейспалмы от тренера. Ну,
неясно, чего ожидать от Sharks после вот таких вот раундов, которые они показывают. Там видно, что они очень хотят, они очень заряжены, они готовы справляться с ситуациями, когда приходится решать по ходу пьесы, да, то есть по инфе заходить на точку. Мы видели такой раунд на точку А, когда они там префайерами изничтожали соперников. Но также не всегда у тебя будет работать, и не всегда фасты, колы начала раунда будут работать. Когда-то нужно подстраиваться под ситуацию. Ну, это говорим мы, а Sharks говорят фаст Б. Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, GNT 28 хп, это по молоту он пробежался, под флешку будет пропикивать Тарик, а Тарик не уходит, конечно же, а вот Итана на Б1 могут и не пройти. У него позиция хороша, сам палит ее на выпаде, нарывается неприятности, погибает Станисов, а где Итан, ведь знают, где Итан, должны быть в курсе, его должны душить. Ну, под размен нормально получается совладать ситуацией, Церк и Брис остаются вдвоем, Церк очень близко. Церк, а тут смог. И он не GNT, который через эту дымовую завесу двоих клал. Поправь меня, если я не прав, но, по-моему, Церк навелся четко, но он стрейфанулся. Мне показалось, что прицел был прямо на модельке. Даже если бы не убил, ну, по крайней мере, ранил бы. Ну ладно, не так, важно. Ну да, скорее всего, такой вот жесткой уверенности не присутствует в собственных силах у Церка. То есть АВП появляется раз от раза, а что с ней делать? 2 в 2, даже 2 в 1.5 по состоянию здоровья у Sharks. Ну, нужно торопиться, времени все меньше знают. А темный, вот опять Церк. Не, ну все, Церка, похоже, обсуждать на этой карте не придется. С такими темпами. Бриз. Все, и времени в любом случае здесь, да, не хватает. Да, тут уже план взорвать Бриза был просто, что, в общем-то, и удается сделать. Ну, кстати говоря, посмотри на деньги-то. 1850 я успел заметить у Energy. У Sharks там тоже все так хлипко. Energy, ладно, окей, у них там что, пистолеты армор? Это их любимые баи. Потому что Sharks в эти раунды выходят в их засады или еще на что-то нарываются. Я сейчас просто угорю, если Sharks побегут пуш-б. Фастон, то есть они будут знать. Ну, хотя, кстати, это решение может принести им результат. Ну, я в такое могу поверить, если честно. Учитывая то, как все происходило, плюс эффект внезапности, две М-ки, 5-7, Дигл, P250. По крайней мере, занимать будут и те, и те. Пытаться, есть средний молик, есть СГ-шечка со стороны GNT. Ну, правда, не фатальный дэмэдж он наносит своему сопернику, и Итан становится в упор на стенку. То, что может произойти здесь Sharks, и то, что меня немного напрягает, это вероятная гиперосторожность и фактор того самого раунда судьбы, который на некоторых команд давит и заставляет их действовать, ну, абсолютно это бесхребетно. Вот, знаешь, тот самый раунд, когда золотую середину нужно найти. И не перетянуть с таймингом, и не выйти заранее, когда у тебя абсолютно нет инфы. То есть где-то в средней части раунда, там, за 40 секунд, за 50 секунд окончания, но уже с инфой. То есть как-то покачать защиту, потом выйти. Но здесь покачать себя Energy не очень-то хотят давать. 3 плюс 2 стоят, близкий мидл, 2 лонг, 1 глубоко в пленте под ковры заряженные, ну и двоица на Б, в принципе, занимается тем же самым, дать хедшот уйти и дожить до поддержки тиммейтов, если сюда пойдет атака. У Sharks, кстати, особо нет гранат, так что придется играть от стрельбы, и будь какая-то гипотетическая западня у Energy, в нее можно было бы угодить. А так, игра чисто до контакта стрельбы. Два молика смог осталось у Sharks. Ну и полезят они полетел. Не в том направлении, частично, по крайней мере, так точно. А это еще и фейк. А это, кстати, активный может быть фейк от РСФа, который пойдет, ему терять нечего, он смог 10. Первый пошел, второй пошел. Там красный оба попытается додавить. А второго, наверное, не читает. Так там был фраг от Станислава, как же не читать-то. Вопрос в том, куда он делся. Бриз продолжает. Да ладно вам, он же там стоял все это время, пацаны! А ты успеваешь на килфит посмотреть, кто тебе дал фраг и куда он ушел? Нет, пока инфа прошла, до свидания. 16-14, поздравляем команду Energy, Бобер, выдыхай. И ребята из Северной Америки все-таки акул отправляют в плавание на вторую карту со счетом уже 0-1. Собственный выбор выигрывают на тоненького Energy, но, опять же, понять, простить, забыть. Соперник незнакомый, друзья, напомним, что это первая встреча именно этих составов. Ну, сейчас пойдут отдыхать и разговаривать уже о второй карте. Это даже не тот случай, когда Energy выигрывают Inferno. Это случай, когда Sharks проигрывают Inferno, мне кажется, согласен, в первую согласен. Очередь. Но тут же всегда оно одно на одно накладывается. Да. То есть факторы суммируются. Те два раунда. Я думаю, тренер то же самое сейчас говорит. Кстати, хотя на оптимизме такой тренер. Вот видно по нему, что он не совсем прям в тильте. Он говорит, ребята, ну ё-моё, ну что такое? Сколько вы своих раундов отдали? 4? Вы что, с ума сошли? Вы что, 3 карты хотите играть? Вот это оно вам надо. Давайте сразу плей-офф лучше. Кстати, ну, ты обратил все внимание у них на футболках бразильские и португальские флаги? Да. Это что это, интересно, значит? То, что
Бразилия, Португалия едины. Вопрос отправляется, друзья, в чат. Загуглите, почему у команды Sharks два флага на футболках. А мы пока, наверное, порассуждаем, как это уже по традиции повелось на этом канале, о происходящем. Такая, да, аналитика на полставки. Касательно того, что мы видели, в принципе, ну, вот просто Sharks, все вопросы к ним, серьезно. Ну, вот они, давай посчитаем, ну, я 4 раунда в голове насчитал. Ну, я 3. Вот. А ну, когда Брис на песках тоже вместе с тиммейтом, это один из твоих 3 раундов? Нет, тогда больше. Там было больше раундов, но они 3 отдали, если ничего не путаю. Ну, в твоей голове получается 4. Вот, да, у меня, да, у меня где-то еще 4-й раунд написался. Просто один такой раунд они на точку А взяли, когда Prefire мод включился на дефолт, за дефолт, и просто они вот позиции как будто видели заранее, они этот раунд забрали. Ну, я помню 2 под А, 2 под Б раунда такие вот, которые произошли, типа, что вообще, зачем вы туда пошли с такими темпами, проблемы есть, и вот недоработка все-таки какая-то присутствует. И это мы в свое время, мне кажется, где-то с год назад говорили похожие вещи про команду Фури, обсуждая то, что вот они, конечно, стреляют как боги, но принятие решений в средней стадии, какие-то по ходу игры — это беда. И вот сейчас Фурия, в принципе, со временем это более-менее пофиксила и способна играть с Т1 командами на равных. Здесь же вот это пока такое. Немного вернули нас назад Sharks, и мы можем восхищаться тем, как GNT дает квадро просто на ровном месте, но потом так же, как мы разводили руками в шоке, как он это делает, мы просто фейспалм устраиваем, потому что не все решения, ну, действительно грамотные. Статистика, друзья, на ваших экранах. Были фраги теперь АДР. Ну, какие-то супер нечеловеческие. 174 внахлёст на 31 фраг у снайпера команды Sharks, GNT. 10 энтри. А как это? Ты видел, как он искал просто 30-й фраг себя тогда, в середине раунда на банане? Ну, пожалуйста. Ну, возможно, возможности не представить. Ну, хорошая статистика. Единственное, конечно, что она не помогает команде сделать счет по картам 1-0. Ну, и вот нам в сравнении, что интересно, GNT и Тарик. Когда у вас снайпер? Да, ну просто церка сюда. 200 энтри — это жесть. Да. Церка сюда можно было бы включить, если бы его перформанс позволил ему набрать. Я-то не знаю, но я последний раз смотрел, у него было 11 фрагов сейчас даже. Если бы церк был просто на карте, с этим определенные проблемы присутствовали, действительно, 14. К сожалению. 14 киллов. Ну, вот когда мы видим с другой стороны баррикад такого снайпера, да, вот прям что челюсть отвисает, хочется видеть какой-то борьбы, дуэли, чтобы это была война двух жестких авиков. Но здесь авик на карте был по сути один, он был отличный, но его не хватило. Отличный авик, как, друзья, и пауза между картами, на которую мы сейчас с вами отправимся.